Дамы и господа, всем желаю доброго вечера. Сегодня с вами Инга Чеплинская. Я веду свою работу из Латвии, родины международного проекта «Акцепт». Сегодня вам будет открыта информация, которая перевернет многие устоявшиеся понятия. Ну а степень революционности или значимости этого проекта вы оцените сами. Но я уверена, что уже через несколько минут вы согласитесь с нашим заявлением, что эту информацию должна знать каждая семья в любой точке мира. Ограничений здесь нет. Нами открыта международная ниша, которая во все времена была закрыта простому человеку, обычной семье. Мы в корне меняем это положение вещей, разворачиваем многие процессы во благо наших семей, в пользу отдельно взятого человека. Многое в этих процессах будет впервые. Впервые для вас мы объединяем десятки фабрик, мануфактур, разнопрофильных производств и даем возможность людям знакомиться и приобретать огромное количество качественнейших товаров напрямую от производителей без традиционной торговой наценки. Услышьте меня, без традиционной торговой наценки. Мы убираем все возможные факторы, влияющие на удорожание товара. Для вас, дорогие слушатели, разработана новая форма коммуникации – производитель-партнер. На базе этого процесса мы создаем официальные рабочие места в любом месте мира, в любой стране мира. Давайте рассмотрим эти процессы поподробнее. В данный момент на информационном сайте компании «Акцепт» вашему вниманию предоставлены первые 30 производителей, готовые сотрудничать с нами. Каждого из них по праву можно считать одним из лидеров в своей индустрии. На сегодня договора о сотрудничестве у нас заключены уже более чем 60 партнерами, производителями. И это только начало. Впереди сотни лучших компаний из всех стран, где будут соорганизованы наши будущие партнеры. Нами запланировано в каждой стране открытие представительств, с помощью которых мы сможем обеспечить планомерное развитие данного региона. Одна из задач этих встреч также состоит в поиске и определении потенциальных руководителей в каждом городе наших стран, формированием списка руководителей сервисных центров на местах. Начнем уже заниматься на следующей неделе. Есть первые люди, которые произвели колоссальные сдвиги в этом направлении, готовы начинать работу в своих городах, и мы этому рады и приветствуем вас. Эта информация будет предоставлена на главной странице сайта в отдельной новостной строке. И о лидерах своего региона, своего города вы будете узнавать очень быстро, ознакомившись со списком таких людей. Таким образом, мы вместе с вами начнем творить настоящую нашу историю, вашу историю, уважаемые дамы и господа. На слайде, который вы сейчас видите, это логотипы наших самых первых организаций, самых отзывчивых наших сопартнеров. Поймите, пожалуйста, четко одно, что мы интересны любому производителю только тогда, когда представляем собой мощную, международную, отлично структурированную товаропроводящую сеть. Мы занимаемся, мы не занимаемся прямыми продажами. Никто из партнеров не будет
ничего перепродавать или вынужденно суетиться с кошельками. Нет, этого не будет. Мы создаем систему для собственного потребления внутри отдельно взятой семьи. Мы открываем вам мир огромных возможностей, все лучшее по самым лучшим ценам, в каждый дом, всем, любому и каждому. Нет наценки на товар, есть понятие базовой цены. Но даже при этом у нас после запуска процесса обработки ваших заказов непременно предусмотрено введение процента с товарооборота. Поймите такую важную вещь. Чем нас больше в объединении и чем больше мы потребляем, тем на еще большие предложения готовы идти наши потенциальные производители и сопартнеры. Вот именно на этом этапе у нас и будет формироваться бонус от товарооборота вашей структуры. Но это в будущем, в легком будущем, уже недалеком будущем, потому что эти процессы запускаются в августе месяце. Каждая страна и регион, где вы живете, по своей сути является богатейшим, ну просто уникальнейшим кладезем ресурсов и возможностей. Наша система как раз-таки поможет вам предоставить всю необходимую информацию, потому что мы призваны заниматься изучением рынка, где живут наши партнеры. Знаете ли вы своих производителей? Ну, просто так и просятся задать этот вопрос. А практика показывает, что практически нет. И мы готовы снять информационные заслонки в этой теме и предоставить самую ценнейшую информацию подобного направления вам. Работу свою мы начали с европейских производителей, так как мы, соучредители и разработчики данной международной платформы, сами живем в Европе. И мы отлично ориентируемся в европейской нише. Но сегодня с нами уже несколько производств из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и даже одно предприятие из Дагестана. Это наше служение вам и наша миссия – объединять семьи, объединять людей, предоставлять ценнейшую информацию по изучению рынка для людей, грамотно строить международную торгово-проводящую сеть потребителей и на базе всего вышеперечисленного создавать лавину рабочих мест во всех странах мира. Об этом я расскажу во второй части презентации. Что же мы намерены еще делать вместе с вами впервые? Я хочу предоставить вам такую возможность порассуждать на данную тему. Удивит ли вас и порадует ли вас то обстоятельство, что на наши международные презентации мы будем приглашать руководителей производств, ведущих менеджеров с того или иного завода, ведущего технолога, который знает уникальные особенности производства своего любимого товара. И все эти нюансы, изюминки производства люди руководящего состава готовы преподнести нам. Мы нужны производителям, а они нужны нам в международных каналах сбыта. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, как нам всем нужны их товары без многократных процентных удорожаний и чем мы все можем дорожить, пользоваться и радоваться изо дня в день. Помимо таких нововведений, мы впервые сможем вместе с вами влиять на ассортимент товара,
Ваш спрос и пожелания мы будем брать за основу при подписании договоров о сотрудничестве с новыми производителями, с новыми поставщиками. В чем здесь особенность? Рынок мира – это очень переменчивая и изменчивая субстанция. И радость нашего общения заключается с производителями также в том, что мы будем в постоянном движении. Если в жизни наших стран придет инновационная разработка, уникальное новшество, откроется хорошая фабрика, мы будем уже к этому подготовлены, и многотысячное объединение людей ожидаемо на таком предприятии с нами, хорошо организованной структурой лояльных покупателей, с большой радостью заключит договора и продолжит сотрудничество. Давайте рассмотрим следующую тему. Как же мы будем доносить эту ценнейшую информацию до вас? Я предлагаю вам следующие слайды. Посмотрите, пожалуйста, на наш фрагмент информационного сайта. Оцените, какую нишу мы открываем вам, каждому из вас. И предоставлять ценнейшую информацию будем очень кратким обзором о нашем очередном производителе. Сейчас рассмотрим примеры нескольких фабрик, с которыми у нас долгосрочное уже сотрудничество было в предыдущие годы. И всю эту радость, красоту мы готовы предоставить в самую первую очередь для первого поколения наших партнеров, лояльных покупателей. На сайте мы будем представлять краткую характеристику производства. Обязательно выводить вас на их первичный сайт. Это ценно, важно, потому что мы идем абсолютно открыто к людям с полным пакетом информации. Мы ничего не таим. Наша задача, наоборот, максимально быть распахнуты своим партнерам. Помимо характеристики сайта, первичного ознакомления с целым рядом замечательной продукции, вы будете видеть каталоги и прайс-листы. Каталоги на некоторых производствах сменяют друг друга раз в полгода, и эту динамику, это движение вы будете также ощущать в работе, в буднях вместе с нами. Я предлагаю посмотреть на следующий слайд. Это мои фавориты в теме женской красоты. Фабрика женского белья уникальна по своему качеству. И данное производство предлагает людям даже не один, не два, а несколько каталогов с двумя циклами смены товарного ряда в год. И рядом, как вы видите, вордовские документы или Excel формата документы, где наши люди смогут знакомиться с ассортиментом в сотни и, может быть, даже порой тысячи товарного ряда. Идем далее. Какие мы ниши охватываем для вас? Так как мы открыты семье, а семья имеет необходимость в любого рода товаре, мы непременно предлагаем все практически тематические группы товара, какие только можно себе представить. Это и грандиозная линия товаров для детей. Отдельно хочется отметить товары пищевого, скажем, направления, продукты питания. Они будут многогранны, насчитывать уже тысячи и, может быть, даже в скором времени десятки тысяч наименований. Особое внимание хочу предоставить теме здоровья и всему, что связано с традиционной классической темой производства товаров для продления жизни, долголетия, официальных производств тех или иных БАДов
или какой-либо иной продукции аптечного ряда. Могу сказать, что на сегодняшний день в моем распоряжении прайс-лист более чем в 5000 наименований продукции. Все это благолепие распахнуто для вас. Воистину, пришло время объединяться. Оцените, какую нишу мы открываем каждому из вас. Каждому. Невзирая ни на статус человека, ни на уровень его дохода. Это яркое, многообразное, доброе в своем посыле людям начинание просто приведет восторг, я считаю, любого человека и будет по душе. Мы уверены в этом. Подводя итог первой части, хочу в нескольких словах отметить следующее. Наша система уникальна тем, что нам не нужно ни с кем конкурировать. Ни с кем. Следующий этап, как я это люблю сравнивать, только остается, ну разве что раздавать товары на площадях бесплатно. И даже, наверное, на это мы готовы, но чуть позднее. Мы просто берем с вами самое лучшее, что есть сегодня на рынке для себя и для тех, кто с нами. Мы будем очень привлекательны для любых производителей. Мы – это хорошо организованная структура потребителей товаров по ценам от производителей или даже на порядок ниже себестоимости при определенных условиях. На нашу сеть всегда будет спрос. Мы нужны производителям, а они очень нужны нам со своей открытой политикой цен. И говоря об этом, очень хочется отметить, что какой бы хорошей ни была та или иная платформа, самая большая ценность в любом деле – это всегда люди. Мы вам показали, как будут выстраиваться наши отношения с производителями и поставщиками. А вот далее я расскажу, какие методы международной работы с людьми мы берем за основу. Поэтому и наш лозунг основной звучит: «Друзья, пришло время объединяться». Ни слова о политике. Я не хочу никогда об этом говорить, кроме кухонных разговоров, наверное. Но любой из вас понимает, до какого предела доведены некоторые страны, регионы, семьи, люди. И так хочется этот поток людского отчаяния постараться переформатировать. И вы знаете, мы в самом деле нашли этот способ. Мы знаем, как. Создана совершенно легальная, законопослушная система, которая поможет пошаговыми действиями очень многим людям подняться в своей жизни. На базе нашего объединения мы создаем, как я уже сказала выше, лавину рабочих мест в любой стране мира. Рассмотрим эту схему товарно-денежных отношений в деталях, чтобы вообще ни у кого не осталось никаких вопросов. Я здесь буду достаточно подробно, поэтому слушайте меня внимательно. На данном этапе мы свою юридическую деятельность ведем из Латвии согласно всем законодательным требованиям Латвийской Республики. С открытием представительств в других странах мы поэтапно будем осваивать юридическую базу новой страны. И, конечно же, сделаем все, чтобы наши партнеры в любом месте мира были защищены законом. Мы намерены строить очень долгосрочный и успешный во всех смыслах бизнес, приумножать его в многолетней работе, поэтому все будем делать по закону. Наша компания «Люди мира» предоставляет услуги по изучению рынка.
И для всех партнеров вводится такое понятие – абонентская оплата за предоставленные нами услуги. Может, кому-то будет понятнее сравнить этот процесс с оплатой интернета или мобильной связи. Давайте рассмотрим такой пример. В ваш дом единожды провели кабель, и вы на протяжении нескольких лет или даже десятилетия оплачиваете назначенный фирмой тариф. Верно? Так оно и есть. Вот только никто с вами не делится огромным процентом дохода компании, как мы, и не допускает вас до прямого контакта с производителем. Любой из вас в рамках компании «Акцепт» будет являться штатным или внештатным рекламным агентом компании. Это очень удобная форма, так как в любой стране данная профессия есть в реестре профессий, наверное, даже в африканских странах, если мы когда-то займемся юриспруденцией того региона. И подобная система облегчает нам процесс международной деятельности и бухгалтерскую отчетность вести законно, в том числе. Ваша абонентская проплата облагается обязательным налогом на добавленную стоимость, что в Латвии составляет, как видите, 21%, пока мы не открыли представительство в ваших странах. Мы знаем, что в России это 18%, в Польше 23%. Вам есть что сравнить и представить, как могут развиваться дела в той или иной стране. А вот на базе 50% от регулярно оплачиваемых услуг по изучению рынка мы формируем фонд заработной платы для наших агентов. Это, считаю, очень достойный процент. Ниже я вас познакомлю с детализацией выплат. А вот радовать своих партнеров мы будем раз в месяц, как и полагается, на любом производстве или, конечно же, по личной просьбе партнера в экстренных случаях сделаем все необходимое в то время, когда это будет важно вам. На нашем сайте интегрированы ведущие платежные системы, которые позволяют принимать платежи моментально от клиентов из любой точки мира. Даже если кто-то не очень знаком с электронными кошельками, вам достаточно иметь банковские карты Visa, MasterCard, и вы не столкнетесь ни с какими проблемами. Ну что ж, с потоком денег в компанию я точно вам уже достаточно много рассказала. Уделим внимание выводу средств. Дело в том, что по законодательству практически любой страны та организация, которая предоставляет физическим лицам те или иные услуги за выполненную работу, становится налоговым агентом. Это значит, что компания должна будет отчислять и оплачивать за вас все налоги и взносы. Мы будем и в этом процессе, конечно же, подстраиваться под законодательство стран нашего присутствия, но в первые месяцы будем жить, конечно же, по законам Латвийской Республики. Зарегистрированными индивидуальными предпринимателями все будет обстоять куда проще и относительно незатратно. Это отдельный разговор. И, конечно же, мы будем также осваивать иные абсолютно легальные формы, позволяющие оптимизировать финансовые потоки. Выходы, конечно же, есть. И финансовый мир также многообразен, как и мир бизнеса. Но детализацию по этим вопросам будем вести с лидерами стран, подстраиваться под те или иные требования закона или интересы наших партнеров. Но не случайно на слайде вы видите формулировку, что расчет возможен товаром. Наша система позволяет каждому агенту или партнеру экономить трижды,
оцените эту возможность. Смотрите, как это выгодно, если вы предоставляете нам свою заявку на товар в обмен выводу накопленного ежемесячного личного дохода. Во-первых, вам не надо платить налоги по факту получения в конкретном месяце дохода от вашей деятельности. Это раз. Вы не теряете деньгах в обменниках. Это достаточно большой процент, может быть, потерь когда-либо. И в-третьих, приобретая товар, вы, конечно же, экономите на отсутствии торговых наценок. Вы только допустите в свое сознание то, что впервые в мире кто-то был настолько к вам открыт, смел, что объявляет об этом официально. И я просто останавливаюсь на этом моменте, потому что встречаю целый ряд людей в своих личных беседах, для которых подобное явление становится своего рода шоком, потому что доселе они даже не могли себе представить картину, систему, когда кто-то позволит им получать информацию из первоисточников. Наши люди практически не подготовлены к принятию подобной информации. Посмотрите, сколько выгодных процессов я вам преподнесла. Мы будем искать для вас, дорогие друзья, самые выгодные процессы оптимизации доходов. Ну и, конечно же, надеюсь, что мне удалось продемонстрировать, что мы намерены вместе с вами строить очень серьезный, во всех смыслах прозрачный и долгосрочный бизнес вместе с вами и для вас. Мне так и хочется сказать, люди достойны и должны получать всевозможные блага. Мы обязаны, просто обязаны научить людей своих команд взять эти блага и пользоваться ими. Теперь давайте рассмотрим процесс структуризации наших команд. Мы остановили свой выбор на самой классической форме организации партнеров – линейном построении. Всем известно, порядок будет только в той организации, где выбрана верная система учета людей и контроля проделанной работы во всем коллективе. Все государственные структуры и любой классический бизнес, от президента до обслуживающего персонала организации, подчинены друг другу именно по этому линейному принципу. Такая форма ведения дел нам стратегически важна в международном процессе контроля и учета за многотысячными структурами. Еще хочется подчеркнуть, что мы применяем равноуровневые выплаты. Это в корне нас отличает от других программ. За свою проделанную работу агент получает одномесячные одинаковые выплаты с 1 по 5 уровень. Неважно, где им была проведена работа. Повторяюсь, на 1-м, 3-м или 5-м уровнях своей организации. Разберем самый простой сценарий развития ситуации. Предположим, вы обычный человек. Ну, нет особой практики, быть может, в продвижении подобной деятельности. И вы не знакомы с какими-то моментами руководящих приемов. Но вам так хочется быть здесь с нами, так хочется менять свою жизнь. Мы это, конечно же, предусмотрели. Смотрите, что мы вам предлагаем. Даже при очень медленном развитии событий, с приходом всего лишь одного человека, как вы видите на слайде, вашу первую линию, начнется ваш большой путь в большой бизнес.
за определенный промежуток времени ваша команда может вырасти до точки финансового комфорта. Это значит, что вы больше никогда не вспомните о таком понятии, как абонентская плата, которая введена в нашей структуре. Все пойдет работать в прибыль и на автомате. Давайте посмотрим, к чему же эта работа может привести. Налицо пример, когда активно единожды сделанная работа будет приносить вам доход до, я бы сказала, прогрессирующей бесконечности. Линейный принцип построения команды и организации позволяет это делать, потому что ни один уровень не имеет ограничений. На первом уровне у вас могут быть десятки, а при стабильном бизнесе, при работе в несколько лет, 2, 5, 7, 10 лет работы в организации, в бизнесе, ваша первая линия может состоять и исчисляться в сотнях людей. Я также имела радость работать в одном из проектов, где моя организация на первом уровне насчитывала более 200 человек. О, если бы тот маркетинг-план предполагал столь щедрые выплаты, о которых пойдет далее. Дорогие наши будущие и уже наши партнеры, для вас мы подготовили целый ряд программ с учетом вашего личного роста, с учетом вашего темпа развития собственного бизнеса. По-другому это никак не обозначишь. Мы для активных партнеров сорганизовали целый ряд ступеней роста, которые здесь отражены. Центр данной системы – это сервисный центр. Это лидер в отдельно взятом городе, регионе, которые очень-очень будут являться своего рода магнитом, притягивать интерес жителей своего места и являться для нас опорой и каналом общения со всеми жителями стран. Мы разработали целый ряд программ и начали эти программы с самого простого. Специально создана программа созидания, на которой я остановлюсь поподробнее. И всем активным людям мы предлагаем быть в партнерском сообществе с разным уровнем присутствия в нем. Вы видите на слайде, что отдельно стоит позиция покупатель. Это значит, что данная структура и данный интерес и люди, которые, быть может, не захотят строить бизнес, не захотят числиться ни в одной организации. Ведь все со всеми вами, партнерами нашей компании, будут подписаны официальные агентские договора о сотрудничестве. И есть целый ряд людей, кто не имеет даже права по долгу своей службы или тем или иным обстоятельствам быть в иной организации. Поэтому для таких людей мы специально сорганизовали программу «Покупатель», где человеку будет комфортно быть с нами, изучать наши прайс-листы, заказывать товар с определенным процентом надбавки. И об этом мы, конечно же, поговорим в то время, когда данная программа будет запущена. Но пока мы остановимся только на программах развития для наших партнеров. Эти программы будут интересны буквально всем. Мы сделали все возможное, чтобы обратить ваше внимание и быть интересны каждому. Пусть даже сам обращаем свой взор к самому малоопытному или немного стеснительному человеку.
Мы все для вас приготовили, просчитали, продумали. Осталось только это принять сердцем и начать действовать. Очень хочется остановиться на нашей программе созидания. Она уникальна в том, что мы создали своего рода, ну нельзя сказать, революцию и в этом плане, но революционность здесь также присутствует. Мы прекрасно понимаем, что у многих людей есть определенные страхи, их надо убирать. Через судьбы многих людей прошел неудачным опытом, я бы сказала, сетевой маркетинг. И негатив или накопившуюся агрессию на результаты какой-то деятельности в интернете также хотелось бы убрать навсегда. И в чем же уникальность этого процесса, который мы начинаем с программы созидания? Внимательно выслушайте этот разговор с вами, потому что, наверное, мы будем в корне отличаться в этом процессе от всех, не буду говорить всех, от очень многих. Данная программа разработана специально для наших пенсионеров, инвалидов, студентов и всех людей, которые считают, что они находятся в достаточно тяжелом финансовом положении. Любой человек, который очень осторожен в своей жизни и, быть может, начнет сотрудничать с нами с программы созидания, мы ему скажем только «да». Вы желанны и ожидаемы в наших рядах. Что мы вам предлагаем? Мы предлагаем единоразовую оплату за услуги по изучению рынка. Всего лишь 15 евро. Это тот старт, который может себе позволить, я считаю, любой человек. Любой. Сроки действия данной программы длятся для каждого человека совершенно индивидуально. И окончание работы программы созидания для каждого человека прекратится, когда он в одном из месяцев своей работы достигнет предела, вернее, заработка в 50 евро. Мы сперва людям поможем создать команды, мы сперва людям поможем заработать, и только потом позовем их к тем высотам и к тем дальнейшим шагам, которые приведут каждого человека в нашей компании к процветанию, к доходу, к радости. Партнер в данной программе получает доход от всех, кто вошел в бизнес за 15 евро, кто также был осторожен и получает доход от всех активных людей, кто сразу же увидел уникальность этого проекта, кто готов с первого же дня идти по-серьезному работать с командами. Для тех людей особые скорости, особые предложения, но пока я продолжу говорить о программе созидания. Рассмотрим тарифные ставки по выплатам данной программы. Если вы приглашаете в свою команду таких же людей за 15 евро, мы будем вам выплачивать в глубину по пятый уровень за проведенную с ним работу по 1 евро. Да, на первых порах это кажется совершенно небольшие деньги. Но если человек сорганизует даже построение по два человека, как вы видите в нашем примере, уже в ближайшее время его структура будет насчитывать более 60 человек. Итак, дав каждому, предоставив, вернее, каждому человеку возможность построить самую минимальную команду и сорганизовав всех по два, очень быстро структура уйдет в глубину, и вы перешагнете в данном плане выплаты в 62 евро. Но если вы работаете с активными людьми и приглашаете в этот бизнес серьезных партнеров,
то мы вам будем платить 3 евро в глубину по 5 уровень. Это в корне меняет некоторые вопросы. И теперь давайте рассмотрим механизм и историю, быть может, одного человека, будущего лидера. Посмотрите, какие мы для вас моделировали варианты роста команды созидания. Рассмотрим историю человека в первый месяц присутствия в нашем бизнесе. Это вы. Вы пригласили в свою команду всего лишь одного человека. Вы рассказали об этой уникальной нише, и ваш знакомый проявил, быть может, большую активность, пригласил еще своих двух друзей, и в один прекрасный день команда выросла и стала насчитывать 8 человек. Так может происходить в рамках одного месяца при спокойной работе человека, вошедшего в бизнес осторожно за 15 евро. Какова же будет ситуация по выплатам и какую пользу вы будете иметь от этого процесса? Давайте представим, что первые 3 человека в вашей команде также сдублицировали вас и пришли за 15 евро. Вы от 3 человек зарабатываете 3 евро. Но следующие люди в вашу команду пришли с серьезными намерениями и принесли вам по 3 евро. Вы в первый месяц работы с нами заработаете 18 евро. Как вы думаете, что будет происходить далее? Мы будем радовать наших партнеров. И эти деньги вы сможете поставить на вывод или же превратить в товар, взяв товаром свой доход, выбрав из нашего ряда то, что вам необходимо именно сейчас. Представим, как будут события развиваться для вас же во второй месяц присутствия в нашем бизнесе. Обратите внимание на вторую фрагмент, вот уже эту приятную организацию. Видите, здесь черным выделены лица, которые уже в прошлом месяце принесли вам прибыль. Но никто не останавливался в своем развитии. Вы еще сорганизовали 2 в свою первую линию, и это достижение следующего вашего рабочего месяца. Вы передали информацию следующим партнерам. Ваши люди, которые в прошлом месяце были уже с вами, нарастили свои команды, пусть медленно. Мы специально показываем такие медленные формы развития бизнеса, чтобы донести до вас уникальность процесса, который будет радовать вас в конце месяца. Каков же результат вашей работы? Давайте представим, что из 19 партнеров, которых вы позвали на второй месяц, 9 человек вошли за 15 евро и принесли вам 9 евро дохода, а 10 человек вошли за 30 и дали вам доход в 30 евро. Данную сумму, как результат второго месяца работы, мы выведем вам или по вашему желанию превратим в нужный товар. Вы не достигли на втором месяце планки заработка сверх 50 евро. Но отработав так первый месяц, укрепив свои позиции во втором месяце, вы уже понимаете, что результат третьего месяца вашей работы будет масштабнее и финансово богаче. Конечно же, уже в третьем месяце вы переступите планку заработка 50 евро, и тогда мы вам скажем: уважаемый наш партнер, теперь мы переводим вас в программу «Партнер», переводим вас на новую ступень. Вы вместе с нами прошли этот путь становления. Мы создали все, сделали все, чтобы вам с нами было только комфортно и надежно.
Мы на деле показали все результаты и развеяли даже самые глубокие какие-либо страхи в вашей душе. И теперь вы с хорошо организованной первичной командой реальных партнеров готовы к дальнейшим делам. Вы наш партнер надолго, на долгие годы. И что же вас будет ожидать? Перейдя на данную ступень, вы будете уже вместе со своей командой зарабатывать от месяца к месяцу больше, больше и больше. Скорости мы вам определить никому не можем, но мы можем показать примерные расчеты. И что, если вся ваша организация примет решение? Все, ребята, достаточно быть в программе созидания. Пошли работать по-серьезному. Идем в мир, идем к людям, несем информацию об этом проекте открыто, достойно, уверенно и зарабатываем. Выберите свои скорости, выберите тот темп и тот способ организации, коммуникации с командой, который будет характерен только вам, и вам откроются безграничные возможности. Но тем людям, которые при старте, с самого первого дня скажут: мы оценили ваше предложение, мы готовы быть с вами, мы готовы здесь сразу же быть в квалификации партнер, мы также приготовили много приятных сюрпризов. Абонентская оплата за услуги по изучению рынка, которую вы оплачиваете при вступлении в данный бизнес, застынет для вас на 2 месяца. То бишь, если вы войдете в наше направление с этим стартом, 2 месяца вы будете только заниматься построением организации, только будете передавать информацию, работать как рекламный агент. Мы даем вам время на то, чтобы вы построили свою организацию. Но даже здесь есть еще один маленький сюрприз. Целый ряд людей уже с нами. Они вошли в бизнес в июле. И я хочу для всех вас сказать, дорогие наши уже состоявшиеся партнеры, мы всем вам продлеваем промоушен вступительный на 3 месяца. Вы вспомните об абонентской оплате только в октябре. Но как вы вспомните? К тому времени ваша команда будет уже насчитывать серьезное количество агентов, ваших партнеров. Вы к октябрю месяцу уже выйдете на достаточно солидные доходы, и мы из вашего очередного ежемесячного заработка будем аккумулировать 30 евро на оплату абонентских услуг, все остальное будет доступно вам. Подобную акцию мы объявляем до 15 августа. Так как в августе у нас будет запущена кабинетная система с личными ссылками, со всеми возможностями, которые открывает данный бизнес, мы объявляем такой промоушен, и в благодарность тем людям, кто уже сделал свою работу, организовываем маленькое удовольствие. Но давайте посмотрим, что мы приготовили для своих людей в дальнейшем. Вы партнер. Вы основательно организовали свою команду. Вы уже успешный бизнесмен. Вы строите свое будущее. Ваши люди зарабатывают вместе с вами. Ваша организация готова рассмотреть следующие масштабные предложения. Мы переводим лидеров своего сообщества в программу 50. Для вас здесь откроются совершенно иные заработки. Вы видите 5 евро на любом уровне
вашей структуры, какой бы огромной она ни была бы в ширину. 5 евро – это достаточно большие заработки. Ни одна сетевая линейная структура не давала вообще в истории, сколько мы анализировали бизнесов, не давала такого потенциала. Вы видите, что если к тому времени ваша организация будет насчитывать хотя бы дружные по 5 человек на каждом уровне, вы сможете уже получать колоссальный ежемесячный доход. Хочу сказать только одно, что к моменту получения такого дохода мы с вами все встали на ноги, мы все зарабатывали отличные деньги. Мы все за те месяцы пребывания в этом процессе уже решили какие-то вопросы своего быта, закрыли банковские кредиты, сорганизовали свою жизнь. Теперь мы готовы к дальнейшей перспективе. И перспективу можно строить в любом бизнесе, опираясь только на хорошо зарабатывающих, стабильных людях, на стабильной команде. Мы подготовили вас к этим дальнейшим процессам. Теперь мы готовы рассматривать другие формы ведения бизнеса, связанные с организацией тех или иных производственных мощностей. Мы готовы рассмотреть строительство микрозавода, а может быть и макрозавода. Мы готовы выкупить ту или иную систему уникального патентного уровня. Мы готовы внедрить технологию новую в наши организации. Это готовые люди к большим свершениям. Вам, наверное, знакомо, многим знакомо такое явление, как краудфандинг. Да, что-то новое – это когда люди объединяют свои финансы для реализации той или иной яркой задачи. Друзья, вы заметили, что за предыдущий этап сотрудничества с нами к данным задачам мы подготовили каждого из вас, не лидеров организации, а вас. Мы создали систему, когда будет зарабатывать в данном процессе каждый человек, каждому по труду, каждому по достоинству и каждому по его результативности, не за чужой счет, а только по факту своего труда и приложенных усилий. Мы не будем опирать свои, вернее, строить свои планы только на лидеров организации. Мы хотим, чтобы таким лидером стал каждый из вас. И эту прогрессию в росте к финансовому благополучию, я думаю, вы увидели. Я не буду даже говорить ничего более о той программе, которая будет ожидать наше сообщество через год-полтора, потому что лидерский совет поэтапно будет переходить в программу 100. Вы видите, какие суммы будут открываться к заработкам людям данного круга, данного объединения. И уже с такими достигшими больших результатов людьми мы сядем за круглый стол переговоров и будем решать, какие суммы мы можем направить на добрые дела, на определенные миссии, сколько мы можем потратить на благотворительность и какие уникальные вещи мы сможем реализовать как для людей своих команд, конечно же, так и для тех стран, где будет организовано наше присутствие. В завершение своего разговора я очень кратко хотела бы пройти по такому примеру. Мне многие спрашивают: Инга, 30 евро, ведь это же так много для некоторых наших семей.
А я им задаю вопрос, а давайте мы каждый сами оценим, много это или мало. Вы только представьте, как обогатит каждую семью данная ниша, какие выгоды принесет в вашу жизнь на самых элементарных примерах. Кофе, который использует каждая семья несколько пачек в месяц, принесет экономию вашей семье примерно в 6-8 евро. Я это знаю точно, потому что самый элитный кофе от фабрики Васеба, которая представлена у нас на сайте, стоит 2 евро 81 цент. Такого нету нигде. Чай нужен каждой семье, и я шутливо его также поставила в этот ряд. Продукция из аптеки обязательно нужна в рационе любой семьи, от витамина до лейкопластыря. Обязательно будет экономия на определенную сумму. Предметы гигиены. О, это женский символ колготки. Какая же дама не знает, насколько серьезна эта статья расходов в наших жизнях. Несколько пар в месяц, без них никуда. И уже готово сотрудничество с отличнейшим итальянским производителем данного аксессуара женского, который сэкономит каждой семье в бюджет от 6 евро и более. Белье женское, мужское, детское, это также принесет экономию. Биопродукты. Ну а одежда? Вы знаете, это даже смешно называть суммы 10-20 евро. Посмотрите на нашем сайте компанию Canella. Это итальянский брендовый производитель. Насколько восхитительная одежда в каталогах от данной фабрики. Подобная одежда всегда была только в бутиках, только у региональных представителей. Это я вам говорю однозначно. И сколько стоит наряд, выходной наряд для женщины, знает каждая семья. Это не 10-20 евро, это 100-200 евро экономии на одном элементе аксессуара, ансамбля, вернее, женского, или на каком-то одном аксессуаре. Далее я даже не буду уходить в детали, потому что тенденция вам ясна. Решайте сами, много это или мало. Я считаю, просто восхитительно. Никто мне за мою прошедшую жизнь не предлагал ничего подобного, но мы сейчас готовы с этим выйти к людям. Экстренное предложение. Я хочу вам показать фабрику, которая объявляет распродажи. Всем людям наших команд на сайте уже завтрашнего дня будут выставлены бланки заказов по трем ведущим фабрикам. Смотрите нашу новостную строку. Мы готовы от вас, дорогие будущие партнеры, аккумулировать заказы для вас и ваших людей, будущих партнеров, по трем фабрикам. И руководство одного из производств выразило пожелание уже выступить у нас на презентации, потому что им настолько хочется видеть, что это живой процесс, что к нам приходят настоящие живые люди, да еще со всех регионов мира в будущем. Мы уже знаем, что сорганизовали людей из разных стран. И у меня только обращение к вам, дорогие мои слушатели, вы можете сорганизовать конференц-комнату, на которой производитель чувствовал бы себя как дома. Вот так же, как производство готово нам распахнуть свои ворота и свои журналы каталогов. Готовы ли мы принимать эту информацию от первых лиц? Они говорят, что к общению с нами абсолютно готовы и желают этого. Я пролистаю предложение фабрики, которая подготовлена. И вы согласитесь со мной, что это очаровательные вещи. Но когда я вам скажу, что для наших партнеров данная красота
будет доступно от 8 до 10 евро за один элемент наряда, я думаю, вы скажете «да», к этому надо присмотреться. Обязательно зайду на сайт компании Эльдар, обязательно посмотрю ассортимент этой компании, обязательно свяжусь с консультантом, который меня пригласил на эту презентацию, чтобы мне была предоставлена самая ценная информация о тех фабриках, которые готовы начать с нами самый первый разговор. Вы первые. Мы нужны производителям. Они очень нужны каждой нашей семье. Я вскользь хочу еще показать вам всего лишь несколько кадров на прощание. Посмотрите, пожалуйста, на эти нескончаемые полки, на эти не километровые, но многосотневые в длину склады наших поставщиков. Готовы ли мы принять весь этот товар и создать людям комфорт в семьях? Можем ли мы сорганизовать поток заказов, который сможет на уровне палет, на уровне фур обеспечить нам доставку товара в ваши города? Здесь ответ только за вами. Очень хочется показать данное мебельное производство вам также, потому что у нас подписан прямой контракт. Все это многообразие, которое вы сейчас видите на картинке, готово к отправке в ваши регионы. Все для вас. Посмотрите на цены. Многостраничные каталоги мебельного ряда будут представлены нашим партнерам. Обратите внимание на цены, обратите внимание на качество, и я думаю, вам будет здесь чему удивиться. Это никогда не было открыто простым людям. Мы распахиваем вам дверь в то будущее, в котором будет очень выгодно, комфортно и приятно всем. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Мне было очень приятно с вами провести этот вечер. Мы будем регулярно проводить конференции в данной комнате. На сайте обращайте, пожалуйста, внимание на новостную строку. Там будет появляться очень много информации. И с завтрашнего дня будут предложены вам на обозрение первые три фабрики, на которых мы можем брать товар в любом количестве, который будет необходим нашим людям. Я хотела бы услышать определенную обратную связь, но, наверное, не сегодня на презентации, а в личном разговоре с вами. Смело добавляйте нас в Skype. Вы видите наши адреса. Мы хотим создать маленький прецедент и обратиться к людям. Милые, в особенности дамы, вы как никто активно и как никто быстро можете собрать в данной комнате, может быть, 30, 50, 70 слушательниц, если мы дадим вам обращение. Первый руководитель производства готов выступить перед вами. Дайте мне обратную связь. Сможем ли мы в ближайшую неделю, может быть, полторы, сделать подобный шаг вперед? Потому что информации море. Делиться с вами хочется ежедневно. Но надо налаживать поэтапно все шаги ведения данной формы бизнес-отношений. Мы должны начать с малого и идти к большим-большим целям. На этом пути будет много сюрпризов, только приятных сюрпризов. Ну а на сегодня я со всеми прощаюсь. И в личном разговоре, Нелли, буду с удовольствием отвечать на все ваши вопросы. Спасибо вам.
Всех благ, до свидания, до следующей встречи.